Здравствуйте, уважаемые севастопольцы, гости города. Финиширует лето, спортивное лето, но август теплый. И отдыхающих еще много, поэтому мы приглашаем всех к экранам телевизоров. И сегодня у нас наша передача «Спортивный акцент». И мы сегодня, как всегда, расскажем о главных спортивных новостях. А главная тема сегодня – боевое искусство, ММА. И хочу отметить, что сегодня день государственного флага России. Действительно праздник, и именно под флагом, именно государственным флагом наши спортсмены завоевывают победы, одерживают победы. Победы одерживаем во всех направлениях, так и должно быть. Ну и, конечно, у нас и следующий праздник, буквально завтра, 23 августа, День воинской славы России. И у нас сегодня и тема такая, боевое искусство, чтобы наши мальчишки становились мужчинами не только по паспорту, а именно им занимались спортом и могли постоять за себя и постоять за Родину. Итак, спортивно-событийная платформа. И, как всегда, тема главная у нас – футбол. Состоялся очередной тур у нас именно в Лион. Первенцы России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б» группа 1-1. В этой группе выступает 7 команд, в том числе и наша. И отметим, что мы сыграли с командой «Дружба» из Майкопа в ничью 0-0. Ну что ж, 0-0. Но, тем не менее, как отметил главный тренер Сергей Гудзикевич, что это именно 0-0 нам дало 1 балл в таблице. Безусловно, наша задача попасть в тройку в группе, чтобы выйти в следующий этап соревнований. И мы отметим, что у нас действительно лидирует «Кубань Холдинг» 12 очков, а «Дружба», с которой мы играли из Майкопа, у нее 10 очков и второе место. Выстрелили чудесно наши ялтинские. Команда «Рубин» набрала 8 очков, 4-1. Ялтинцы выиграли у «Динамо» Ставрополь. А мы пока на 6-м месте, хотя 3 команды имеют по 7 очков. В активе севастопольцев 2 победы, 1 ничья, ну и 2 поражения. А вот разница забитых 5-9. Приятно, что большое серьезное внимание у нас уделяет именно этому виду спорта губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев, который бывает на матчах, сидит на трибуне среди болельщиков, среди севастопольцев. Это его присутствие, серьезная поддержка на играх. Ну и я думаю, что будем исправлять положение. Чем-то мне напоминает наш старт, как когда-то мы в 2015 году также выступили. Тяжело нам давались победы. Но Валерий Александрович Чалый, он имеет лицензию тренера европейскую, он работал с командами высшей лиги, был как тренер команды и принимал участие в Еврокубках. И я думаю, что поправим мы свои дела. И думаю, что наша задача действительно войти в тройку сильнейших, чтобы перейти к следующему этапу. А мы продолжаем футбольную тему, и у нас продолжается чемпионат Крымской премьер-лиги Крымского футбольного союза. И вот его результаты 16-го тура. Симферопольская «Таврия» со счетом 4-0 победила «Лустон ЮБК» из Алушты. «Спарта» Крым-Теплица из молодежного уступила на своем поле Керченскому «Океану» 2-3. А 19-го «Кызылташ» и «Черноморье» встречались на стадионе «Дружба» и счет 1-1. И тренер нашей команды уверен, что мы потихоньку обретаем тоже силу, команда «Черноморец». А мяч забил Евгений Стрелов в ворота «Кызылташа». И отметим, что здесь лидирует «Таврия» 41 очко, «Кызылташ» 32, соперник был серьезный. А ФК «Севастополь» тоже еще пока в чемпионате, 26 очков, третье место. «Черноморец» 7, 3 победы, поражение и счет
забитых и пропущенных мячей 15-41. А я напоминаю о том, что у нас кубок Крымского футбольного союза на стадионе 200-летия основания Севастополя 23 августа. Черноморец и Океан Керчь. Приглашаю на стадион 200-летия наших болельщиков. Также и мы, наша команда ФК Севастополь, также проведет очередной матч теперь с ялтинским «Рубином». И я думаю, что наши болельщики обязательно 27 августа на шестой турнир, на шестую нашу встречу приедут гости к ялтинскому «Рубину». Начало матча 27 августа в 17:00. Мы с вами коснулись футбольной темы, она у нас главная, но у нас мы переходим и к интеллектуальным играм, шахматы. 84 участника и первенство проходило в возрастных категориях 11, 13, 15, 17, 19 лет. И победителей мне приятно назвать, потому что были эмоции, вот великолепные такие призы, такое красивое награждение. Победитель всегда в центре и с кубком в руках. Среди юных шахматных дарований победили Валерия Вяткина и Глеб Рожнов. Среди ребят до 13 лет Людмила Киреева и Влад Нестеренко. Среди 15-летних Влада Смирнова и Иван Хворост, уже фамилия знакомая нам. Среди 17-летних ребят Андрей Тагабицкий и Мария Марченко. И в старшей группе до 19 лет Екатерина Старожук и Константин Богданович. Отметим, что после принято постановление, что с 12 по 25 сентября в ЛАСПе 8 победителей поедут на этот сбор учебно-тренировочный, еще 4 человека по рейтингу возглавят именно подготовку к следующим соревнованиям тренера Александр Кобзарь и международный гроссмейстер Александр Иванов, он арбитр всероссийской категории, и провел урок-мастер-класс. Думаю, что в ЛАСПе будет идти серьезная подготовка к очередным стартам. Вот так многим бы, по многим бы видам, чтобы наши приезжали на учебно-тренировочные сборы и готовились. Вот такие наши юные шахматные дарования. Самые древние игры на планете. И пляжный футбол, Кубок Севастополя. Здесь его проводит Федерация футбола Севастополя, конечно, под эгидой и руководством управления по делам молодежи и спорта. Вот результаты тура. «Легион» выиграл у «Коралла» 4-2. Также затем уступил «Детонатору» 4-5. «Динамовцы» из третьей спортивной школы проиграли «Аэропаку» 2-7. А «Детонатор» одержал еще одну победу, победив клуб «Сомали». Лидирует команда «Аэропак» тренер Михаил Цыба. 4 матча, 4 победы, 12 очков, первое место. «Детонатор», который возглавляет Максим Федоров, он сам играет, забивает, у них 6 очков. Соревнования проходят у нас на великолепной спортивной арене в Парке Победы, где у нас стадион пляжных видов спорта, европейского уровня арена. Играют 3 тайма по 12 минут, всего 36 минут на песке, во всех видах на песке. Там можно проводить тренировки, и было бы неплохо, потому что стадион, к сожалению, часто пустует. Но мы, как всегда, делаем анонс, и 27 августа, воскресенье, 5-й тур, Парк Победы, стадион пляжных видов спорта, и главный судья соревнований, организатор Валентин Медведев приглашает любителей пляжных видов спорта. Игры начинаются в 16:30, 17:30, 18:30. И они могут не только поболеть, поддержать, полюбоваться великолепными действиями наших футболистов. Ведь один из них стал мастером спорта международного класса, став чемпионом мира, безусловно, «Спартак» Федоров. Выполнил норматив и чемпион мира по пляжному футболу. Так что у нас готовятся серьезно к соревнованиям именно в пляжных видах спорта. Вот на этом мы завершаем наши
все спортивно-событийные, именно всю спортивно-событийную информацию. И хочу сказать, что кто у нас присутствует в студии, тоже, думаю, познакомились и сделали выводы, что можно использовать и стадион пляжных видов спорта. И я сегодня представляю президент Федерации ММА Севастополя Сергей Кот. Здравствуйте, дорогие друзья, жители и гости города. И рядом с ним победитель первого турнира «Память по погибшим воинам» в ходе специальной военной операции, именно обладатель золотой медали Александр Кононов. Здравствуйте, любителям спорта. Вот они именно послужило поводом приглашения, а то, что провели такой великолепный турнир всероссийского уровня, где у нас было много гостей, вот, и турнир действительно памятный, и в нем кто принимал участие, и об организации проведения. Сергей Сергеевич, обращаюсь к вам. Пожалуйста. Да, действительно, турнир получился очень массовым и зрелищным по накалу страстей, боев. Участие принимали вновь присоединенные республики. Это Донецкая Народная Республика, Луганская Народная, Запорожская и Херсонская области. Итого турнир собрал 250 участников. Это серьезная была борьба, да. И во всех весовых категориях. Вот присутствовали, смогли наблюдать, да. За накалом страстей, бои были действительно. И хорошие призы, и отношения серьезные. Но, наверное, лучше нам даст оценку турнира победитель этого турнира. Саша, да. Кононов, пожалуйста, ты мне несколько слов расскажи. Тебе 16 лет, да. И ты уже в такой категории, где удары все жестче и жестче. Да. Участвовал я в категории 61 килограмм. Среди юношей 16-17 лет занял первое место. Хочу сказать, что соперники все были очень сильные, принимали участие в моей категории и ребята из Донецкой Народной Республики. Все дрались очень достойно, составили достойную конкуренцию. Сами соревнования были проведены на высшем уровне, одни, наверное, из лучших соревнований за все время. А вот бойцы именно из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, ты с ним даю им оценку, их действия. Я считаю, что ребята отлично себя показали. Были очень близкие бои. И действительно был накал страстей на соревнованиях. Сергей Сергеевич, знаю, что подтвердит, что там бойцы всегда уровень Донецка, Луганска в боевых искусствах. Я помню известных боксеров, чемпионов мира, Олимпийских игр из этих районов. А как бойцы сейчас в ММА? Это для них же вы, в принципе, и ввели там и организовали и федерацию, и фестиваль. Пожалуйста. Ну, в принципе, изначально и подразумевалось организацию такого масштабного турнира. Это в первую очередь для укрепления отношений и дружбы между нашей молодежью. То есть этот турнир был не про медали, не про занятые места. Это направлено было все на вот такие дружеские отношения. Именно вот эти цели и задачи. Да, чтобы всех познакомить, чтобы тренерский состав друг друга знал, чтобы спортсмены могли общаться между собой, обмениваться опытом, ездить друг к другу в гости, потому что сейчас, особенно в тех регионах, где сегодня еще идет специальная военная операция, нехватка дружеских отношений, она чувствуется. Хотел бы также сказать, что Федерация ММА города Севастополя взяла на себя все расходы полностью. Мы разместили и оплатили дорогу, проживание, питание спортсменам, то есть полностью. Подарки очень серьезные сделали, подарили всем. Но многие из них впервые были в Севастополе. Многие. Именно в это время. Да. И с удовольствием отдохнули, познакомились. Да, и покупались в море нашем. Погода позволяла, тепло было. А вот турнир получился очень серьезный. Это отметили даже Министерство спорта Российской Федерации. Я общаюсь с людьми. Можно сказать, что мы были первыми в стране, которые провели соревнования по смешанным боевым единоборствам с участием вновь присоединенных республик. Я знаю, что в Мелитополе великолепнейший спортивный зал. И там можно проводить соревнования всероссийского уровня, да и международного.
конечно. Мы были в Мелитополе с тренером, с нашим старшим тренером сборной Севастополя по ММА, который отвечает за подготовку молодежи, Тазнаур Батчаев. Его два ученика, девочка и мальчик. Вот мы в составе 4 человек ездили еще до референдума в Мелитополь по приглашению администрации города Мелитополя и губернатора. Поддержали в проведении первого фестиваля боевых искусств, который тоже собрал под своими стенами где-то порядка 300 спортсменов. Также на второй день мы провели мастер-классы по ММА и грэпплингу. Вот Азнаур Батчаев собрал всех ребят, тренерский состав, разных видов единоборств Запорожской области. С удовольствием занимались. Да, и было наше, кстати, Севастопольское телевидение в тот момент было в Мелитополе, они с удовольствием приезжали отсняли этот сюжет, и это крутилось везде. А так транслировалось и по России 24, и по России 1. Много было телевидения, потому что это был знаковый турнир. Хотел вам сказать, это еще до референдума. Когда еще летали туда, прилетали, и бомбы падали, и... Ну, если говорить действительно о специальной военной операции, я отмечу, что Сергей Сергеевич несколько раз уже бывал, и он, в принципе, он назначен как официальным представителем, он именно Федором Емельяненко назначен официальным представителем Союза ММА России именно в этих регионах. Да. Поэтому вы, закатив рукава, занимаетесь конкретно и, безусловно, не только приезжаете туда, но и приглашаете гостей. И вот у нас вышла книга, я второй раз ее, как говорится, о ней говорю, Евгения Репенкова, это «Самооборона. Севастополь без фашизма и дорогами специальной военной операции». Девиз «За мир без фашизма». И отмечу, что действительно у нас мы коснулись этой, можно сказать, специальной военной операции. Здесь и сражаются наши ребята-спортсмены. Есть и масса соревнований, которые мы проводим, встречаем их как гостей. И также хочу отметить, что у вас нет желания тоже подвести итоги, вы часто бываете, именно описать, как встречали вас, как тренируются ребята, с каким желанием ребята, живущие в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской области, там мощная спортивная обстановка. Молодежь там в этих республиках застоялась, 9 лет война идет у них на территориях, поэтому для них это большая радость, что все-таки появилась возможность заниматься и тем более выступать. Ведь их никто еще не приглашал в стране никуда. Мы, севастопольцы, прославляя наш город-герой Севастополь, впервые собрали под эгидой стен спортивного комплекса «Мусона» все республики, которые вновь вошли в состав Российской Федерации. И мы дали возможность ребятам не только познакомиться, подружиться, но еще и проверить свои силы. А тренерский состав посмотрел на своих учеников. Александр? Вот, да, Александр один из наших ребят, который Азнаура Батчаева занимается, который дал настоящий бой и завоевал золотую медаль. Так что в Севастополе хорошая, сильная молодежь, тренерский состав. Уже молодцы, конечно. Я хочу отметить, что он с гордостью носит и медаль первенства Южного федерального округа. Да. Вот, выиграть Южный федеральный округ в ММА, извините, я знаю, это... Очень тяжело. Тяжело, очень. Это уже минимум призер первенства России. Да, да. Несколько слов и об этом. Да, соревнования были Южного федерального округа, тоже было полно ребят очень сильных, очень выносливых особенно, так как идет бои по несколько раундов, и иногда тяжело прям, когда доходило до второго-третьего раунда. Прям. Сил нет. Да. Сил. Я хочу сказать, ты принес там вот и пояс, и медаль, мы видим. А где пояса выдавали? В каком виде и где ты выступал? Это пояс за боевое самбо. Проходил у нас в Севастополе в начале этого года. Тоже получил первое место, несколько боев там провел. Ну, это уже пояса, я знаю, обычно дают профессионалам. Ну. Сергей Сергеевич, вы подводите их уже, настраиваете на профессиональные рейсы? У нас тренерский состав, они, в принципе, делают очень правильно. Молодежь нашу не только
возят на турниры, где идут соревнования по смешанным боевым единоборствам, а и на самбо, и на спортивную борьбу, грэплинг, и панкратион, и на вольную борьбу. То есть они своих ребят обкатывают во всех видах единоборств, потому что любые виды единоборств, которые связаны как с ударкой, как с борцовкой, с борцовской техникой, это все заведено в ММА. Поэтому чем больше у ребят есть возможности выступать в разных видах спорта, тем больше у них опыт, знаний. И это дает возможность в соревнованиях по ММА побеждать, становиться первыми, что мы наблюдаем в лице Александра. Молодец. Вот вообще. Октагон у нас же... У нас вы проводили соревнования, два октагона, они даже бывают размеров 8 на 8, 6 на 8. У нас 8 на 8 профессиональные октагоны, да, самые-самые. Это те октагоны, на которых мы по телевидению видим профессиональные бои проводят. Я хотел спросить, а там у нас есть октагон, несложно, по-моему, сделать его? Там где? Где? В ДНР или... В ДНР есть октагон свой. Свой есть, да? Да. В Запорожскую область мы планируем в ближайшее время привезти, подарить от нас. Азнур Бачаев уже там проводил все именно практические занятия. Да. Мастер-классы, да, он проводил именно в Мелитополе для всех ребят, для всех видов спорта. Там участвовали и самбисты, и каратисты, и боксеры, и... Тэквондо даже были. То есть все виды единоборств, которые на тот момент присутствовали в Запорожской области, в городе Мелитополь, они все имели возможность потренироваться, получить навыки у Азнаура Бачаева. Я хочу спросить у Александра, Саша, ваш клуб «Арена», он же и провел летом, как говорится, не в носу ковырялся, а тренировался. А у вас был еще и великолепный учебно-тренировочный сбор. Расскажи поэтому. Я думаю, нашим телезрителям интересно именно о том, как и где вы провели. Я знаю, что до этого там бывал Сергей Сергеевич. Он с нами делился подъемом в горы. На Эльбрус нет. Я поднялся на Эльбрус на свой день рождения. Кстати, нашей молодежи севастопольской я дал слово, что, ребята, в следующем году я поднимусь на Эльбрус ради вас, как говорится, собственным примером. И я это сделал. А ребята уже ездили в Черкесскую республику. Где... И это были где вы? В поселке Домбай. Проводили там 10-дневный тренировочный лагерь. В основном состоял из пробежек и бросовских тренировок. Соперники были у вас местные, я знаю, бойцы, да. Ой-ой-ой. Да, ну, пару раз было. И вот вы были на высоте какой, испытывали именно 4. То, что вы находитесь на высоте, где проводите тренировки? Ну, влияло давление очень сильно, атмосферное. В минус или в плюс? Временами, в основном, конечно, в минус, потому что тяжело очень... при, так сказать, нестандартных условиях тренироваться, но, тем не менее, это закаливает дух, тело, поэтому, в любом случае, хороший опыт тренировок. Да, мы же знаем, что если выходить из зоны комфорта, то есть из привычного состояния, то результаты совершенно другие. «Арена» у нас один из лучших клубов в городе, один из клубов спортивных, где занимается много ребят там у вас. Да, конкретно у Азнаура Бачаева тренируется около 50 человек. Это ММА. По ММА, да. И еще несколько там десятков человек тренируются по боксу и кроссфиту. Сашу чуть-чуть поправлю. Да. В принципе, на сегодняшний день в спортклубе «Арена», где Азнаур Бачаев является президентом, там ведутся тренировки по разным видам единоборств. Как борьба, так бокс, как ММА. Карате, кроссфит. То есть на сегодняшний день это порядка 350 спортсменов, которые занимаются в этом клубе. Я знаю, что там великолепные тренажеры, много приходит жителей микрорайона и готовятся к сдаче норм ГТО. Да, да. ГТО сдавали? Нет, еще нет. Собираюсь в следующем году сдавать. Но готовитесь? Да. Но тебе уже 16. Да. Тебе надо быть уже значкистом ГТО. Плаваешь ты севастополец. Сейчас. Да. Плывешь, бежишь. Бегали сейчас летом. Да. Готовились, кроссовая подготовка. Хорошо.
И несколько слов о поддержке наших руководителей. Я знаю, что у вас хорошие отношения с Дмитрием Карповым. Это руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя. Управление всегда вас с улыбкой и с душой встречает. Ну, знаете, тут плохого сказать ничего невозможно. Действительно, эти две структуры спортивные, как управление спорта, как и ЦСП, они поддерживают, в частности, наш вид спорта, они всегда поддерживают. И Дмитрий Карпов, даже когда мы ехали в Мелитополь на первый фестиваль единоборств в Запорожскую область, они даже нам подарки дали для молодежи Запорожской. Именно спортивного инвалида? Да, позвонили, если заедем, да? Мы там подготовили подарки, передайте молодежи. То есть, ну, такое человеческое, сердечное отношение ко всему. Ну, просто приятно с людьми общаться. Просто вот человеческие такие качества заложены. Конечно же, и не обходится без участия Сергея Анатольевича Резниченко. Он всегда поддерживает нас и прозванивает, иногда интересуется, как у нас, какие планы, как мы двигаемся, что, чего. Вот то на такой ноте мы сегодня... Руководители держат руку на пульсе единоборств. Они, наверное, им нравятся ММА. Конечно. Боевые искусства в моде сейчас, безусловно. И мне хотелось еще раз сказать о том, что у нас сегодня в гостях был Александр Кононов, победитель турнира, всероссийского турнира «Память по погибшим воинам» в ходе специальной военной операции, и президент Федерации ММА Севастополя, он же официальный представитель в новых районах России, где эта бумага выдана Федором Емельяненко. Ну, это был официальный приказ по Союзу ММА России. Сергей Сергеевич Кот. И хотелось пригласить наших, коль мы сегодня речь вели и о Запорожье, и о ДНР, Херсоне. У нас в воскресенье именно в физкультурно-оздоровительном комплексе на Шевченко будет установлен ринг, и там пройдет матч Севастополь-Запорожье по боксу любительскому. Мы приглашаем особенно жителей этого микрорайона Шевченко. Приходите, я думаю, здесь будут у нас и представители ММА, и вы в качестве гостя. Мы ждем вас тоже. Вот. Приходи, Александр. Вот, думаю, и Бачаева пригласим, что это вы со многими знакомы. Я думаю, что лишний раз увидеться, подвести итоги. И на этом мы завершаем нашу программу. И мне хотелось, чтобы наши телезрители узнали и девиз ММА. Так какой же девиз ММА? Мы работаем на будущее России. Вот такой вот девиз. А мы завершаем программу традиционно. Всего вам доброго, удачи и здоровья!